бюджет этого недорогого комплекта можно еще более удешевить заменой колонок. Мы, значит, предыдущие наши белые колонки NSB200 заменили на колонки, которые стоят почти в два раза дешевле. Это также колонки фирмы Yamaha NSBP150. NSBP150. Ну, здесь, конечно, видно, что, конечно, сэкономили на отделке. Здесь, то есть, как бы, просто такой простой корпус, оклеенный качественной виниловой пленкой. На передней панели, что интересно, значит, мы видим. Мы видим углубление, такое небольшое рупорное углубление, в котором находится высокочастотный динамик. Высокочастотный динамик, небольшой высокочастотный динамик прикрыт фазовыравнивающей насадкой такой крестообразной. Ну, вы даже в такой виде звездочки, даже такой насадочкой. Вы знаете, трудно сказать сразу, какой это динамик, но видно, что это не купольный. Это не купольный. Он скорее вогнутый вовнутрь. Вот, причем полоса, воспроизводимая полоса этого динамика поверху заявлена 38 тысяч Гц. Представляете, у предыдущей модели было 28 тысяч Гц. Средний низкочастотный динамик. Тоже такая полимерная основа. В центре пылезащитный мягкий колпачок. Резиновый подвес. Резиновый подвес. На задней панели порт фазоинвертора и также пара клемм для подключения акустического кабеля. Такие же простые, но надежные клеммы могут принять как банан, так и голый провод сечением до 4 мм. Также фазоинвертор, это тоже не какая-то дырка там в корпусе, абы как просверлена. Это тоже видно, что это настроенный фазоинвертор, то есть там канал фазоинвертора прощупывается. Давайте послушаем эти колоночки. Повторяю, цена у них почти в два раза дешевле. Значит, чувствительность этих колонок 83 дБ, весьма невысокая чувствительность. Сопротивление 6 Ом. Полоса воспроизводимых частот нижняя 55 Гц, верхняя, как я сказал, 38 тысяч Гц. Акустика 6-омная. Несмотря на свою чувствительность, тем не менее, прекрасно сопрягается с микросистемой Yamaha. Давайте послушаем.
Вот видите, какие приятные сюрпризы готовит недорогая аппаратура. Колонки в два раза дешевле предыдущих. А звук такой же полноценный, хай-файный, очень сбалансированный звук. То есть вот как бы готовое решение, готовый комплект. Смело можно рекомендовать. Спасибо за внимание, всего доброго.